Всем привет, дамы и господа! Это финал Лиги ВТБ, 10-го юбилейного сезона Лиги ВТБ, финал ЦСКА, Химки, студию паркета. Евгений Седых и форвард нашей команды Алек Питерс. Привет! О, привет! А, отлично! Ты учишь русский? The first question to you. Максим спрашивает, do you learn Russian? Very, very basic, very, очень, very очень basic основные words. Основные фразы. I can understand a little bit when people say it to me, but... Но могу уже понимать, что говорят люди. Yeah, it has to be like at a restaurant or like at a grocery store. I can understand how they want to communicate with me. I can understand. Общаюсь с людьми понемножку. По броскам лучше ты или швед? How do you think? That's really interesting. How do you think who's shooting better, you or Швед? Me 100%. Я на 100%. В студию паркета Максим Садовников, главный человек в нашем отделе маркетинга. Что это за базар у нас такой замечательный? Ну да, сегодня устраиваем распродажу. Сегодня на прилавках наших магазинов появились новые товары. Это можно прямо в ЦСКА сегодня купить здесь? Да, практически все, что я принес, можно приобрести в магазинах. Да. Ну, перво-наперво, это несколько вариантов маек с чемпионским принтом. Давай, да, покажу. О, вот. Какая красота. Чемпионский шар, также, да, чтобы люди понимали, что кто есть чемпион Евролиги сезона 18-19. Очень красивый. Чтобы... Появились чехлы для... iPhone 10, я смотрю, все, да? Практически, там много. Практически все модели Apple, начиная от пятых и до последних. Это оригинальная чемпионская кепка. Один в один с теми, что получили ребята после триумфальной победы. Класс. Ну, то есть, да, в интернет-магазине спрашивают, можно ли заказать? Можно. На следующей неделе все будет в интернет-магазине. Сейчас специальная история, чтобы успели купить те, кто приходит на матч. Лучший защитник футбольного ЦСКА 98-го года. Интересно. А ныне тренер ЦСКА 2 Евгений Варламов. Спасибо большое, что пришли. Да, в финале я первый раз, но очень редко я захожу в гости. Может, так даже не в гости, а к себе домой. Все-таки с армейцами мы уже давно бок о бок и идем вместе уже одной дорогой. Не только баскетбол и хоккей. Но всегда очень приятно и интересно смотреть баскетбол. А в футболе насколько важен фактор домашних, не домашних трибун? В баскетболе трибуны близко, давят прямо сильно, а в футболе... Да, здесь, конечно, мне кажется, больше такое чувствуешь давление со стороны трибун. В футболе нет такого, конечно, но всегда, как и театр начинается с вестибюля, так же футбол начинается с раздевалки. Когда заходишь в свою родную раздевалку, родные люди, которые обслуживают тебя, и это все происходит в домашней обстановке, это как душу греет, конечно, все равно это есть. Но, как обычно, профессионал выходит, когда за пробку, и уже все, о чем все забывает, обо всем. И начинается игра со свистком. Ты уже не думаешь ни о чем. Только о том, как обыграть соперника и забить или не пропустить. Все зависит от ампула. Спасибо большое за внимание. Евгений Седых, Евгений Варламов. ЦСКА при Game Show. Счастливо.